Итак, маленькое видео после того, как залил воду. Ну, протер аккумуляторы, соответственно. Протер клеммы. Каждый раз так делаю. Но вот эти вот не стал протирать, потому что тут въевшиеся надо снимать, отключать. А у нас темно и свет иногда выключает. Поэтому сейчас стоит на зарядке. Вот смотрите, покажу вам такую вещь. Вот смотрите, ток зарядный показывает, ну, около 20 ампер. Выставлено на 25. Вот смотрите, напряжение, видите какое? Аккумуляторы не зарядились. Заряжается до 28,8. Вот смотрите, перехожу в менюшку. Ну, просто я про это много раз говорил, что ток нужен аккумулятору, а не напряжение. И вот теперь смотрите, ставлю 15 ампер. Вышел. И смотрите, напряжение упало в режим поддержания. 27,5 вольт. И будет здесь находиться. Ток просел до 11 ампер. Вот смотрите. Повышаем ток. Напряжение начинает расти. С режима поддержания ушло. Ну и мы видим, что около 20 ампер тока заливается в аккумулятор. Это я к тому, что аккумуляторам нужен ток для заряда. Еще раз повторяю, ток. Если вы ставите меньше напряжения, растет очень быстро. Чем увеличиваете ток, тем меньше растет напряжение на аккумуляторах. И шанс, что перейдет в режим поддержания, ниже. Поэтому по солнцу необходимо подбирать панели таким образом, чтобы хватало заряда и аккумулятором, и для закрытия нагрузок. В данном случае сейчас вечер. У нас просто сегодня, ну, часа на 4 отключали свет 2 раза. И поэтому вот я заряжаю, чтобы запас в аккумуляторах был. Поэтому залил воду наконец-то в них. Прошло, не знаю, там, ну, не полгода, да, но месяца 4-5 точно прошло, когда я верхний залил. Пришлось верхний долить грамм 400 миллилитров или 300 миллилитров долил верхний, несмотря на то, что вот еще недавно я заливал их под горлышко. Ну и, соответственно, остальное все ушло, 5 там литров ушло в нижнее. И причем нижнее не все, видите. Вон тот тут не залитый у нас стоит, второй. Беленький, видите, торчат. Это залитый. А вон тот не хватило немножко водички. Ну там немножко не хватило. Эти залитые, видите, колпачки все. Беленьким отбиваются. Так что вот, ставите нормальный ток. И когда именно будет здесь, наберется 28,8, вот после этого, когда перейдет в режим поддержания, и тогда можно считать, что 80% в аккумуляторы залилось. Я их не заряжал выше 28, ну, наверное, год точно. Скорее всего, даже 2 года. Потому что мне незачем, они у меня совершенно в другом режиме работают. Но так как начали очень часто свет выключать с этими стройками, с какими-то поломками по госсети, то есть запас дома должен быть. И сейчас я уверен, что у меня всяко разно больше 4 киловатт запаса. Уже заряжается, ну, примерно часов 6, наверное. Я заливаю 6 умножить, ну, на 20. Там еще солнышко было. Ну, мы будем считать 6 на 20. Это больше 100 ампер. Они мне 375, напомню. Ну, и, соответственно, будет еще завтра весь день заряжаться. Так что вот как-то вот таким вот образом это все дело происходит.